Константин Генич и Георгий Черданцев, с вами «Дождь льет», но поле готово к такому. Посмотрим, как погода скажется на игре. Сегодня команда с красивым названием «Brighton and Hove Albion» встречается с «Preston North End». Ну и нам показывают сейчас состав команды хозяев. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Отобран мяч, надо возвращаться. Посмотрим за этой атакой. Защитник справился с задачей, мяч выбил. Защита справляется. Может получиться интересная атака. Прострел. У защиты оказывается мяч. Тут опасности нет. Нельзя здесь мяч терять никак. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Это может быть опасно. Не смог тут игрок мяч поднять. И это штрафной. Штрафной удар. Слабый удар головой, если это вообще можно назвать удар. Ну, такие удары для этого вратаря, как говорится, семечки. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Много игры в пас сегодня. Ставка на владение мячом, на контроль. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? И разрезающий пас на ход. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Подкатился, забрал мяч, начал атаку своей команды. Что еще нужно? Опасно! И есть гол! Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Не слабо так. Форвард втиснул мяч в самый верхний угол. Мог ли здесь что-то сделать голкипер? Ну, разве что развести руками. Такие, откровенно говоря, не берутся. Нападение сегодня играет просто восхитительно. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Это может быть опасно. Нарушение очевидное. И судья может показать карточку. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Не отдает мяч под прессингом. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. И как пробил. Не прошел удар, защита на месте. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Это горчишник, вполне справедливый.
2 минуты добавляются. Надо сравнивать! Забивай!